Извини, чувак, я не виноват. Игра этого требует. До свидания. Ему нравится. Ему нравится. Ему нравится, хорошо, блин. Канале, всем привет, с вами Бояра. Продолжаем о желтого мальчика, малыша в желтом, Baby in Yellow. И вот это вот все. Короче, в предыдущей серии мы от него побегали, он какой-то демон. Долбанный демон в него вселился, и появилась вторая часть, побег доступен. Это иди за белым кроликом и беги от ребенка. А ты не забывай подписываться на канал, ставить лайк, комментируй, обязательно нажимай колокольчики. Короче, поехали, давайте посмотрим. Скорее всего, эта часть еще будет медленнее, еще будет меньше. И возможно, мы ее пройдем минут за 8, за 10, не знаю за сколько. Поэтому, ну вот как-то так будет. Мы не нашли еще одну кошечку на самом деле. Где-то мы не нашли шестую кошечку, не знаю. Это скорее всего в том в комнате, которая закрыта. И давайте сделаем парня, короче, в виде пчелочки. Мы в тот раз проверяли уже и продолжим. Сейчас будет страшно. Насколько я знаю, эта часть намного страшнее. Здорово. Здорово, чувак. Я забыл уже, что делать, как. Здорово, привет. Привет, пчелка. Давно не виделись. Валяйся давай. Так, подожди меня, сейчас принесу. Возьмите бутылочку в холодильнике. Прекрасно. Одну душу еще надо найти. Я не понимаю, на самом деле, где. Без понятия, где еще одна душа. На? Что ты смотришь на меня так? Не смотри на меня так. Он наблюдает за мной. Он смотрит прямо в душу. На, кушай. Отнесите малыша. Опять обосратенький. Опять обосратенький и обсиратенький. Ты давай меня сейчас не будешь пугать, да? Садись, сиди. Но мы уже научились. Мы уже ребенок прям такой... Опять ты исчез. Подожди, мы заново начали или что? Такое ощущение, что мы заново начали. Нам, может, выйти надо? Да, конечно, нам выйти надо. Или нет? Парень. Что ты такой страшный? Ты что такой страшный? Окей. Мне кажется, надо на самом деле нам выйти, потому что чувствую то, что я сейчас делаю. Это... Давайте чисто... Чисто проверим. Давайте одну ночь. И если это не сработает, то мы, собственно, пойдем и уложим его спать. Да, смотри, заперто. То есть мы начали заново, но нам надо сейчас уйти, получается. Ложись. Выключи свет. Я помню. Сейчас он появится здесь, да? Или он сейчас начнет плакать? Сейчас, короче, он начнет плакать или останется здесь? Нам, скорее всего, все-таки надо выходить из дома. Избежать от мальчика. Потому что мальчик демон. Мальчик страшный, мальчик уже... Вот. Да. Ну, пойдем успокоим. Да, хотя нет, пошел он в задницу. Успокаивать его еще. Пошлите, короче, убежим. Как убегать? Куда убегать? Заперто. Нам нужно куда-то убегать. Вот! Вот, собственно, как убегать. 24-й лифт. Следуем за белым кроликом. Это как в Алисе в стране чудес. То есть мы сейчас должны убежать от этого мальчика-демона. Возможно, он за нами будет... Гнаться. Hair. Elevator system. Окей. Я не хочу спускаться в ад, но походу мы спускаемся в ад. Все, я не могу двигаться на самом деле. Да, походу вот это начало второй части. Безумие Пикмана. Бедняга, белый кролик. Я не знаю, что ты ищешь, но здесь ты этого не найдешь. Это мое. Врач так говорит. Без проблем. Мы сейчас спускаемся к другому мальчику или сейчас реально будет адская беготня? Потому что... Бегать от демона-мальчика такое себе. О, началось! Конечно, как не лифт сломался? Почему? Я почему-то совершенно не удивлен, что ломается лифт. И сейчас мальчик где... Да что ж так громко-то все? А! Страшно, не страшно. Отдай письмо. Это мне. А иди за белым кроликом, найдите другой лифт без проблем вообще. Посылки валяются, никто их даже не берет. Почему? Непонятно. Непонятно, почему не собирают игрушку. Все закрыто, все заперто. Ага. Пикман! Но тут закрыто, подожди. Называется же Пикман. О! Что за нахрен? Отдай ключик, пожалуйста. Ну отдай ключик, ну алло! Я не хочу за тобой бегать, отдай ключ. Нужен подходящий ключ. Отдай ключ. Кыс-кыс-кыс-кыс-кыс. Пчелка-пчелка, бз-бз-бз-бз-бз. У меня есть мед для тебя. А здесь есть кошки, интересно, или нет? Отдай, пожалуйста, ключик. Вот это зараза, а? Где ты? Ну хорошо. Давай, пацаненка, отдай, пожалуйста. Где ты? Ты меня куда-то завести хочешь? Я прям чувствую.
Ноты. Это сюда? Музыкальная чушь. Сюда. Нужна музыка. А где я возьму музыку? А! Где ты? Здорово, подожди. Я музыку нашел. Но это адская музыка какая-то. Отдай ключик, пожалуйста. Долго из этого бегать буду? Поймать малыша неудача? В смысле неудача? Какого? Эта награда висит вверх ногами, наклонишься, вы читаете. Номинация «Лучшее использование цвета в музыке». Ну если неудача, почему неудача? Вот пицца, кстати, носок. Пластинка. Что? Отдай. Поставить музыку. Почему ты не ставишься? А вот ставится. Включить. Я надеюсь, эта музыка нормальная, потому что иначе будет пипец. Вижу демон, в натуре демон. Это супер. Пупер, вырубись, пожалуйста, иначе будет боба от Ютуба. Сыграть. С кем сыграть? Где ты? Куда он девается постоянно? А, здорово, я тебя нашел. Тут, кстати, очень много музыки. Арбузик. Так, ты где? Алло. Сыграть. С кем сыграть? А, надо сыграть мелодию. А как ее сыграть? Ой, и все, он сейчас в демона превратится. Нет? Отдай, пожалуйста, ключик. Да ты идешь надо мной, а? Толопед. Что надо сделать с ним, я не понимаю. Как тебя поймать? Может быть, как-то резко надо это сделать? Тыка-тыка-тыка-тыка-тыка. Нет, не тыка. Сыграть. Что сыграть-то? Что сыграть? Еще мелодию найти? Я нашел, получается, 3 кусочка. Вот еще 4. Как их все соединить? Ага. Вот как. То есть это не надо было. Окей, давай сыграем. Но это демон. Мы сейчас призовем демона, не иначе. И чё ты тут сел? Не смотри на меня так, ты страшный. Он очень страшный. Он выглядит очень страшно. Все понятно. Все началось, демон по... Переключатель? Вот. Что такое? Присесть. Блин, демон, отдай ключик. Короче, я понял, надо убегать от него. Пойдем в нору. Можно как-то... Тут же страшно. Очень страшно. Ползать, знаешь, это кротовые норы в доме. Ах ты, демонский алтарь какой! Слушать пластинку Пикмана. Товарищ Пикман, я надеюсь, ваша музыка не обладает авторскими правами, иначе будет очень печально. Страшно. А! Твою дивизию! Ненавижу вас. А-а-а-а! Где, куда поставить? Это вот сюда. Все, тебе нравится? Открыть дверь ключом, а где? Да ладно, не расстраивайся, ну мне надо действительно... Ну на. Так, все, не плачь. Ну мне реально надо отсюда свалить, извини, чувак. Прекрасно. Так, вот только не говорит, что надо 22 этажа вниз пройти. Это будет очень... Черт, света нет! Желательно, чтобы работал, неудача. Там за мной эти вон. Я тебе показываю. За мной, получается, эти. Задание. Задание за мной. Их, ладно, пойдем в обход опять, получается. Страшно жутко, на самом деле. Ну. Она, знаешь, она не то, что страшная, она внезапная. Меня вот бесят вот эти внезапные все моменты. Найди подходящий ключ. Черт, света! А где свет-то взять? А у меня же был тот ключ. И где взять свет? А, вон щитовая, вижу. Ну сразу бы сказали, что направо надо, в электрощитовую. В чем проблема-то? Так. А! Вашу дивизию 43, пароль какой-то. Так, нет света. Синий и фиолетовый нужны эти. Так, фиолетовый.
Тень. Эти-то нужны батарейки. В смысле, предохранители. Один есть. Фиолетовый теперь. Где? Откройся. Нужен фиолетовый предохранитель. А, вот где пароль. Не, ну можно его подобрать, 43, там немножко... Али. Баумах. Смит. Пароль. 17, 43-17. А, кто ты, где ты? Ага, дай, пожалуйста. В смысле, ты с первого, что ли? Вот скотина, а. Отдай. В смысле? Отдай, вот здесь они лежат. Ты зараза, а какая? Подожди, я в щиток залез. 43-17. 40, блин, 43-17. Отлично, прекрасно. Это несложно. Ага, ясно. Так, что надо сделать с тобой, чтобы ты не забирал у меня предохранитель? Не давайте красть предохранитель. А как это сделать? Да ты хватит! Вот зараза, а? А как не дать-то? Не давайте... А-а-а, понял, извини, чувак. Извини, чувак, я не виноват, игра этого требует. До свидания. Ему нравится. Ему нравится. Ему нравится, хорошо, блин. Отлично. Все. Надеюсь, теперь работает. Ох ты, демон, я не виноват! Мне сказали тебя туда скинуть. Вот демонюка-то, а. За тобой надо идти или все-таки... Мне вот туда, вот там лифт, чувак. Ну ладно, пойдем за тобой. Don't leave, не убегай. И смотрит, а. Че ты смотришь на меня? Пугаешь меня только. Куда идти? Вот сюда. Ладно. You'll regret that. Ты заплатишь за это. Окей. Нет, 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 нет. Нет, сейчас все, сейчас демон. А-а-а! Бежать надо. Да, ты тихо, тихо, я не заметил, что там было. Вот это дрянь. Уцелейте написано. Ключ так. А, вижу. Да, вижу. Какой еще? Треугольный. Он, кстати, не страшный. Да он не страшный. Нет, хотя он страшный. Пипец какой страшный. Беги. Да, твою дивизию. Куда? Ёб твою. Так быстрее. Тихо. Все спокойно, спокойно. Успокоились. Фу, тут еще и две части. Успокоились. Выход. Не бросай меня. Оставайся здесь навсегда. Мольба Хастуса. Успокоились. Все. Успокоились. Это вторая часть второй части. Спокойно, спокойно. Все нормально. Я живой. Нервы в порядке. Здорово. Возьмите бутылку в холодильнике. Началось. О, музончик опять. Давай тут без музыки. Давай как-нибудь. Без музыки, без музыки. Ключей опять миллион. А можно выключить музыку? Извини. Извини. Мало ли что. Вижу ключ, кстати, розовый. Так, давайте все ключи нафиг на стол сложим, а то иначе, если опять беготня будет, это будет печально. Я просто заметил сразу три ключа. Так, бутылку в холодильнике, где холодильник? Это пеленальный стол. Эта квартира, получается, инвертирована. Ну да. Тут ключей нету? Нету. Будешь есть? Лопай попой! Да ты ж ты такой засранец, ты не успел по... Вот казалось бы, да скушал чуть-чуть молочка и давай сразу пердеть. Ну ты какой, а? Вот смотри, я повернусь, его там нет. Опа! Ну конечно нет, а где он? Ну вот ты сидишь. Ты что, телек смотришь? Не надо телек смотреть, это вредно. Что? А, это что ж такое-то? Ты что, дурак? Я тебе сказал, музыку не включай, пожалуйста. Это все отмоталось, открутилось или что? Я не заметил, что было на самом деле. Хватит смотреть телевизор, это вредно. Не смотри телевизор никогда. Опять ты обосрался, пошли. Вот сейчас смотри, повернусь, опять его нет. Ага. Опа! Ну, конечно. На. Что такое? Или дальше надо их? Не понял.
Да хватит музыку включать, алло. А, вон куда надо было. А чё сразу же ты не сказали? Фиолетовый, хорошо. Нет, главное сказали такие это. Иди корми. И не сказали, что надо заново все это делать. Хорошо, ладно. Страшно. Страшно. А, это двери как бесит. Покормите малыша. В смысле неудача? Вы заколебали меня, неудачники. Иди сюда. Пошли со мной. Не знаю зачем. Взял его на всякий случай. Надеюсь, в руках он у меня в демона не превратится. Я не могу на него смотреть. Вот не смотрите ему в глаза, он страшный. Ну с ним не страшно. То есть он меня как бы защищает от всех врагов. Так, вот его комната, кстати. Да. Ууу, ёпарасты, это что за демонская кроватка? Так, чувак, я не хочу тебя класть туда. Ты же демоном станешь. Вот так вот демонами не становится. Ну ладно, да. Уложите малыша спать, ну. Того требует игра, я не виноват. Да хват... Как она... Уложите малыша спать, усталый мальчик. Опять что ли? Так, это опять повторяется, нафиг тебя. Пойду без тебя. Блин, а сейчас без него... Ну конечно! Вот я... Я так и знал, если пойду без него, он начнет появляться. Ладно, пошли. Не нафиг тебя. Нафиг тебя, взрывающиеся дети. У меня также бомбит пукан, я же молчу. Вот у меня точно так же, пукан сейчас бомбит. То есть игра говорит не... прям в лицо. Ясно. Весело тебе, да? Что за залпы пушечные, я не понял. Тебе кайф, тебе клево? Нет, нафиг тебя. Не-не-не-не-не-не-не. Я понял, это ПТ, знаешь, это ПТ-стайл хорроров, когда ты ходишь по одному и тому же коридору, и каждый раз что-то добавляется, появляется, появляется и появляется. Ну, конечно, вот видишь, уже поменял. Что тебе надо? Опа! Опа! Понял? В телек не смотреть. Тебе хочется спать. Да! Кто там? О! Страшно. Тихо. Я просто не смотрю. Не-не-не-не-не! Не-не-не-не-не! Фу-фу-фу-фу-фу! Фу-фу-фу, телек! Фу-фу-фу-фу-фу! Не смотрю телек. Нельзя. Да! Ё-парасоте! Нельзя смотреть телевизор! Телевизор зло! Не, не буду смотреть. Или эта игра, смотри, говорит тебе, что телевизор зло. Нельзя смотреть телевизор. Сейчас смотри, пуф, да? То есть нам нужно три так, ты злой, да? Очень усталый мальчик. Я не буду тебя укладывать. Мы уже поняли, что тебя не надо укладывать. Шифта нету, плохо, бежать невозможно. Что за демонские приколы? Так. Что? Что они там шепчут? Они нашептывают прямо в уши, слева, справа. Ах ты, мах ты, здравствуйте! Что мне делать, чувак? Ну пойдем. Ты дурак? Подскажи мне, ты дурак? Ох ты, ёпарасте. Тебя что-то все-таки уложить надо? А, понял. Понял. Уложить, да не в кроватку. Избавляемся от демона. Мы избавляемся от демона, а не от ребенка. Ну, извини. До свидания. Не бросай меня один. Понял. Хорошо. Ты там что шепчет? Хватит шептать. Выйди и скажи, как мужчина. Один, неудача, бойтесь. Не боюсь. Вообще не боюсь, не страшно. А-а-а! Ты кто такой? Дурак. Сейчас страшно было. Я надеюсь, тут такого же нету, дьявола, демона. Что за пингвин это был? А это что за пингвин был, я не понял. Выход, отлично. Ах ты,
нету выхода, понял, бежать. А, тихо! Что? Спок ноки. Спок ночи, в смысле спокойной ночи? Я не успел что-то сделать, да? Давай. Нажми для пробуждения. Я надеюсь, с того же момента остался. Ах, понял. Он не страшный, он внезапный. То есть он даже нарисован не страшно. Уязвимый. Здорово. Привет. Я видел тебя, да. Так, короче, сейчас беготня будет получается. Сразу налево бежим по стрелочкам. То есть нужны стрелочки, по которым мы будем бежать. Вот второй раз уже не страшно. Кстати, персонаж сам бежит. Не знаю, налево. О, не туда побежал, ну конечно. А-ха-ха, вижу. Тихо, вижу. Здорово. Скотина. На поезд поиграй лучше, демонское отродье. Приходи, найди меня. Не хочу. Вообще не хочу тебя искать, если честно. Встань. Понял. Но мы играем с ребенком. Возможно, мы объелись наркотиков каких-то и вместе с ребенком бегаем и занимаемся какой-то ерундой. Ясно, открой, пожалуйста. А где кролик? Здорово, здорово, мальчуган! Понял, бегу. Он за мной идет, да? Да, он за мной идет. Так, надо дырку искать. Это несложно. Да что тебе не нравится? Я бегу по стрелке. Просто бегу по стрелке. Беги, маленький кролик, ты не единственный. Всегда будет еще. Видимо, еще будут няньки, с которыми будет играть этот страшный ребенок. Спасибо за игру. В 2022 году будет много интересного. В новой области головоломки, наряды, история. Пока можем следить за новостями. Team Turbo в Twitter и Discord. Назад к ночи один. Ой, сорян. Прикольно. Прикольная вторая часть. Она пострашнее первой, подинамичнее. Но слишком мало смысла. Мы не нашли еще одну кошку. Я не понимаю, где еще одна кошка, серьезно. Я не вижу смысла ее искать. Скорее всего, откроется. Что там откроется? Откроются какие-то игрушки. Возможно, это какие-то... А, так это моды. Ну-ка, смотри. Это моды, получается, мы открываем. КФ. Здравствуйте, Doom 3D. Не, мне так не нравится. А в чем прикол? Не понял. В чем прикол? Ясно, на этой торжественной ноте мы закончим на этот игру. Игрушка прикольная, оставлю ее, короче, в трэше и угаре. Ну, забавный хоррор, спасибо, кто посоветовал. Спасибо, я запомнил, я оценю ваши комментарии. В общем, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, комментируйте, обязательно подписывайтесь на все соцсети, ссылочка внизу в описании. Не забывай приводить друзей и подруг на канал, пиши в комментарии свои игрушки для прохождения, самые интересные, мы обязательно пройдем. Залетай к нам в телегу, в дискорд и, конечно же, в группу ВКонтакте. Все, ребят, с вами был Бояра, канал я, и пока-пока.